Приветствую всех зрителей канала интернет-магазина с самыми дружелюбными ценами Qook.ru. Сегодня посмотрим новинку от компании Xiaomi Redmi 4X. Дизайн. Корпус выполнен из металла с пластиковыми вставками, а лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Торцы представляют собой продолжение задней крышки. Они немного скруглены, благодаря чему корпус удобно ложится в ладонь. На верхнем торце находится разъем для наушников, микрофон системы шумоподавления и инфракрасный порт. А на нижнем расположились разъем microUSB, основной динамик и разговорный микрофон. Разрабатывая корпус данной модели, у производителя хорошо получилось найти приемлемый баланс между качеством и ценой, а также четко показать то, что это промежуточная модель. Несмотря на упрощение материалов, качество сборки осталось на высоте. Зазоры и поскрипывание панелей отсутствуют. Жесткость конструкции радует. Дисплей. Это диагональ 5 дюймов и разрешение 1280 на 720 точек. Плотность 294 пикселя на дюйм. Детализацию не назовешь высокой, но она достаточна для данного ценового сегмента. Программное обеспечение. 4X работает под управлением операционной системы Android 6.0 с фирменной оболочкой 8 версии. Производительность. Здесь установлен 8-ядерный бюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 435, практически аналогичный чипу, применяемому в Redmi 4. Каждое ядро способно работать на частоте 1,4 ГГц. Оперативной памяти предлагается два варианта – 2 или 3 ГБ. В нашем случае рассматривается младшая модификация. По результатам тестов понятно, что высокопроизводительные игры без глюков поиграть не выйдет, но с простыми играми он справляется на ура. Автономность. Производитель не стал экономить и установил аккумулятор емкостью 4100 мАч, как в Xiaomi Redmi 4. Телефона хватает на 13 часов веб-серфинга, более суток воспроизведения музыки, 14,5 часов воспроизведения видео, а если максимально нагружать смартфон, его хватит на 6,5 часов. Камера. Параметры камер можно назвать традиционными для линейки Xiaomi Redmi 4. 13 мегапикселей у основного и 5 мегапикселей у фронтального модулей. Подробной информации о них производитель не предоставляет. Известно лишь то, что основной модуль оснащается фазовым автофокусом. Сведений касательно объектива нет. Сегмент бюджетных смартфонов представляет богатый выбор. Единственная сложность в том, что аппараты зачастую весьма схожи характеристиками и различаются лишь дизайном да расцветкой. Давайте рассмотрим аналоги. Это Meizu M3S Mini, Asus Zenfone 3 Max и HiScreen Power 5 EVO. Выходит, что Xiaomi дешевле своих конкурентов. Xiaomi Redmi 4X оставил впечатление среднего, недорогого смартфона. Перед нами аппарат, повторяющий Xiaomi Redmi 4, только в ином корпусе и за чуть меньшие деньги. Среди сильных сторон отметим хорошо откалиброванный дисплей, шустрый сканер отпечатка пальца и низкую стоимость. Впрочем, есть и замечания. Так себе камера и разрешение дисплея в наш век высоких технологий устроит не всех. Хотя, надо признать, это неплохо компенсируется ценой. Цену и полные характеристики можно найти в описании под видео. Там же можно приобрести его по лучшей цене. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилась новинка от Xiaomi. Что бы вы еще хотели узнать о нем, пишите в комментариях, я отвечу. С вами был Алексей Козьяков, до новых встреч!